Александр, ты как? Ты здесь? Хочешь сказать пару слов? Да, конечно, друзья. Привет всем. Сегодня я хочу рассказать такую небольшую историю, кратенькую. Я являюсь как бы активным участником проектов и занимаюсь этим не первый год, скажем так. И один такой момент, тот момент, который до появления смарт-контрактов раньше были и матрицы, и различные проекты. То есть, 3 года, наверное, да, где-то 3 года прошло, я работал в проекте GMMG, кто-нибудь, может, и знает, кто не знает, это матричный проект, точно такой же, то есть матрицы, как форсажи X3. Но там одна матрица, и это не тот проект, который позволяет, и дает гарантию. Все проекты, они, в принципе, раньше были, до появления смарт-контрактов, они были, ими управлял какой-то определенный администратор, орган, неважно, это компания там была, не суть важна. Суть в том, что можно было зарабатывать, да, но все деньги хранились именно на центральной кассе. То есть, в админском... У администратора, да? Конечно, да. То есть это те деньги, которые нужно было еще и вывести. И то есть там было... заработать, но еще и забрать их потом, да? Да, еще потом их и забрать. И в результате, у меня был такой опыт, это была, на мой взгляд, хорошая компания, да, и достаточно интересная. Вот, и собрав определенную команду, команду, которая тоже уже, им нравилось все, замечательно, да, в один прекрасный момент компания просто взяла и изменила свои условия. И то есть повысили цены, расценки, и то есть в результате вся команда теряется. То есть та команда, которая структуру выстраивает, и собственно говоря, разбегается, потому что условия делают нереальными, и таким образом, команда, вся распадается. То есть это огромный минус, где нельзя и невозможно строить таких проектов своей команды, потому что команда, прежде всего, это именно есть сплоченность и есть возможность зарабатывать. А эти финансовые инструменты, которые нам предлагают, допустим, те же те проекты и создатели, да, на простых там сайтах и всевозможных компаниях, они не дают никакой гарантии. Поэтому, когда появились смарт-контракты, это было что-то, потому что это твердая основа, это базовая основа, где человек может спокойно, без всякого боязни, строить свою и развивать команду. То есть это полная децентрализация, где не только нету админской кассы, но и все деньги, они находятся на кошельках участников. И сам смарт-контракт, он имеет нейтральное звено, то есть нейтральный такой... нейтральная программа, которая перенаправляет просто деньги по определенному алгоритму, определенному маркетингу между участниками. Это самое то основное, наверное, и есть, где можно строить свою команду уверенно и идти вперед. И потому что это не подлежит изменению, это просто здорово. Она работать будет лично, пока существует интернет. Поэтому благоприятная, во-первых, почва, да, и мы можем выстраивать свои команды. Можно не бояться о будущем. То есть матрица сама по себе, она, я
очень тщательно подбираю как бы те проекты, которые бы можно было бы предоставлять там тем людям, которые приходят, чтобы данный маркетинг соответствовал, то есть как бы мог человек зарабатывать. А вот форсаж дает возможность заработать вообще, то есть бесконечные, просто бесконечные суммы. Потому что здесь большое количество активов, сумасшедшие деньги, которые человек может зарабатывать бесконечно, имея всего лишь одного приглашенного. А на матрице X4, то есть там вообще... то есть, вся команда работает, да? Переливы, да, просто замечательная, то есть сама матрица, и те люди, которые это понимают, соответственно, конечно же, они в ней и работают. Почему? Потому что, ну, здесь нету аналога, да, тем более сейчас Волк будет на еще одна матрица. Но это вообще будет круто. И Форсаж, он еще, почему в нем такое количество народу, практически под миллион людей? Потому что Форсаж, он не просто выложил эту программу в сеть блокчейна, он еще и дает возможность развиваться этому проекту. Он реализует новые возможности и дает этому проекту будущее. Люди это видят и, соответственно, заходят в этот проект. И это, конечно же, замечательно. Если сейчас на троне, то есть, ну, 3-4 тысячи только в сутки приходит партнеров в этот проект. Конечно же, здесь нужно обязательно работать и просто легко зарабатывать, потому что, ну, просто это реально, реально для любого и каждого. То есть войти в этот проект за пачку, там, за кружку чая, да, сколько здесь вход стоит? За, ну, пачку пельменей. Да, да, ну, собственно говоря, это, ну, просто, да, вот возможность, которую, ну, нельзя упустить, потому что, ну, нет такого бизнеса, который бы мог решать проблемы за копейки. Да, бизнес, он стоит денег, огромных денег, чтобы его развивать. Да. А здесь человек может получить вот за какие-то там, то есть практически копейки, да, да, пускай 5 тысяч, 10 тысяч, это небольшие деньги, чтобы такой бизнес... Ну да, начать свой бизнес. Да, он приносит, то есть как бы... Обычный бизнес, там, хотя бы там $10,000 нужно вложить, там, это на только на всякие там, ну, большая часть уйдет на всякие регистрации, там, разрешения, лицензии получения. Да, я сам предприниматель и как бы знаю, что такое бизнес. То есть меньше миллиона, но это бизнес не построить хороший. Поэтому здесь такая возможность сейчас дается людям в интернете, то я не знаю, как можно такой шанс упускать. А еще, если человек приходит в команду, допустим, такую, как у нас Crypto Leaders Club, да, то тем, которые новички приходят, они не на голое пустое место приходят, они приходят в команду, да, где здесь люди дают все возможности, все инструменты, все обучение, ну, это вообще шикарно. Поэтому здесь очень здорово. И такая команда, как Crypto Leaders Club, это, ну, что-то... Я даже не видел таких команд, поэтому, безусловно, здесь комфортно работать с людьми, которые дают эту возможность делиться своим опытом, своими навыками, своими познаниями, да, дают обучение, и все это абсолютно бесплатно. Но в каком проекте это можно найти? Я думаю, каждый проект, он держит в себе какие-то платные обучения, какие-то платные курсы еще нужно покупать, добавок. Ну, то есть для простого человека это, возможно, кому-то неподъемно. А здесь это доступно просто абсолютно каждому. Ну, как-то так. Ну да, как раз, чтобы проиллюстрировать твои слова насчет вот, командной работы и командной, как бы, взаимодействия, ну, где такое было, чтобы, например, там, в каком-то бизнесе там, люди, которые там, ну, как бы, тоже, по сути, там, тоже пришли зарабатывать,
они тоже тебе приносят деньги, и как бы еще ты, ну вот, например, на той же, на том же столе, там, площадке X4, вот, есть так называемые переливы снизу, сверху, и давайте посмотрим просто, опять же, как бы проиллюстрируем, ну, принцип работы данного проекта. Смотрите, друзья, здесь каждая площадка, она стоит определенных денег. Она в два раза. Следующая площадка, бизнес-место, она стоит в два раза больше. И покупая данную площадку, да, данное место, вы зарабатываете со всех людей, которые заходят там. Вы пригласили там ваши нижестоящие или там вышестоящие там люди, которые над вами пригласили. И здесь вы получаете вот именно там, например, сколько там, 0,25 эфира сейчас, сколько, я не знаю, там примерно там 300 или 400 он стоит. Ну, возьмем там $12, например, если есть там. Вот вы получаете за каждого человека, который выстраивается команда, вы получаете. Но смотрите, например, дальше это удваивается и удваивается. Вот, например, давайте посмотрим площадку. Там у меня куплена площадка 6 и 7, она стоит там 0,8 эфира, где-то там под $300, и здесь где-то, наверное, под $500 получается седьмая площадка. То есть смотрите, все люди, которые заходят в вашу команду, они вам поступают деньги, кроме первого уровня, там по маркетингу они идут вверх. И смотрите, здесь пришел перелив, вот смотрим, белое, это такой серый кружочек, это перелив сверху. То есть это даже не вы его пригласили, человека, а человек, который с вас, ну, выше вас стоит, который вас пригласил в вашей команде, человек зашел к нему, он зашел к вам в первую линию. Смотрите, дальше на шестой площадке вообще вот переливы снизу, то есть человек, который ниже вас, он, вы даже особо никого не приглашали, он пригласил два человека, вам, вы получили по $300, там $600 вы получили. Поэтому снизу, там, ну, сверху приходят, снизу, это вот именно на данной площадке реализовывается командная работа. То, что мы все делимся опытом, обучаем друг друга, делимся именно практическим опытом, не каким-то там, не какой-то там теорией. И люди все зарабатывают в команде. Почему мы создавали нашу команду, наш клуб, для того, чтобы каждый мог заработать. А не просто там каждый как бы борется, ищет себе работу там для того, чтобы просто тянуть какие-то свои кредиты, какие-то ипотеки, закрывать свои проблемы бесконечные. Ну и вы сами понимаете, что практически миллион человек, они зашли сюда не просто так, они явно увидели возможность, и постоянно увеличивается количество этих людей. Потому что, ну, многие, например, в СНГ очень мало людей знают про данный проект. Даже Азия, Европа, Америка, они как бы очень распробовали данный продукт и поняли, что здесь можно по-настоящему развиваться, на будущее строить, там, стратегически как-то подходить, строить свой бизнес. По сути, если смотреть на данный проект как на бизнес, это бизнес, который вообще без каких-то лишних элементов, без лишних прихлебал, которые там просят какие-то проценты, какие-то там покупать у них там какую-то аренду платить, какие-то там что-то взносы им платить. Здесь человек заходит, один раз купил бизнес-место, и дальше он зарабатывает сам себе деньги и помогает своей команде. Мы рассказываем, как обучать команду, как строить команду, как делать так, чтобы люди сами тоже помогали вам зарабатывать. И сами зарабатывали, и вы с этого зарабатывали.